открытие, и хочется представить наших профессиональных тренеров. Столько титулов, что даже с первого раза, наверное, и не запомнишь. Татьяна и Сергей. Меня зовут Михаил, 28 лет, и больше года занимаюсь бегом, цели конкретно нет. Чем больше, тем лучше. Меня зовут Сергей, бегом занимаюсь с сентября, после марафона. Цели никаких для себя не ставлю, просто все удовольствие. Меня зовут Максим. Не очень. Так все понятно. В общем, я бегаю в Сочи с открытия Адидасского клуба. Это у нас было, по-моему, в 2014 году. Да, вот. А половинку я уже пробежал, хочу 42. Меня зовут Андрей. Я занимаюсь этим тем, потому что мне это нравится. Вот, и никаких профессиональных высот я не ставлю. И всем рекомендую бегать просто ради удовольствия. Меня зовут Максим, 11 лет занимался беговыми лыжами. Был небольшой перерыв, 10 лет. Теперь год как бегаю. Хочу участвовать в марафоне, ну и, соответственно, быть на призовых местах. Мои достижения. Марафон 2.14, пробежал полумарафон 1:03:51. Я участница Олимпийских игр в Сиднее, вот, там бежала 1500 метров. Бегала 1500, потом пятерочку пару раз, десяточку пару раз и сразу на марафон. Три, два, одна, поехали! Поехали!